Гран-при фестивалю «Анімаюка-2017» отправится в Польшу. Криштальный оловок отримал анимационный фильм «О, мама». Переможцев обвестили по час урочистого закрытия фестивалю. Нагадаем, свои работы в анимационном жанре представили удельники 46 краин, от Китая до Колумбии. И каждый фильм – это особная история, рассказанная про анимацию. Журы проглядели 61 анимационный фильм. Кажуть, вызначить лепше было складано. Больше за всех уразила история про сябровство мати и сына. Кто на самом деле дорослый? У анимационной стужцы яны шукали отказ на это питание. Фильм делается месяцами, а то и годами. И даже фильм, который не вошедший там, в призовое место, в сущности, он достоин. Анимация хороша для детей, но также она и для взрослых. Кроме того, анимация интересна с точки зрения общения. Ведь вы можете сделать фильм и рассказать понятную всем историю без использования текста. На фестиваль приехали знакомитые режиссеры-аниматоры, а так само авторы песен для ведомых сучасной дзятве мультфильмов. Яны ладили мастер-классы и творчие сустречи у Могилеве, Быхове, Горках. Очень много уже мультиков знают российских. Белорусские, к сожалению, не назвали мне, к сожалению, несмотря на то, что смотрят фильмы и программы. Поэтому вот этот фестиваль позволяет знакомить и с белорусскими. До речи, подчас фестивалю народилась идея часопису дитячей творчести. Алина Соловьева, Александр Тарасов, новини региона.